Всем здорова, ребятушки, с вами Нубас, и мы находимся в игрушке Clash of Clans. Ребятушки, как долго вы меня ждали, как долго вы меня просили снять эту игру. Прошло очень-очень много времени. Кстати, я уже забрал свой здесь донат, повозочку. Это я уже второй раз забираю, я уже здесь прокачал заборик. Вот, и я решил, почему бы не снять вновь вам Clash of Clans. Вдруг вы заново найдете меня, подпишитесь, и мы будем с вами вновь делать топовые ролики про Clash of Clans. Но, скорее всего, меня уже все забыли. Хотя есть еще такие люди, которые пишут: создай клан, мы к тебе вступим, и т.д. и т.п. Вот. Что мне осталось прокачать на 9-м ТХ? 88 стеночек. Ну и королеву лучницы, короля варвара. Надо нам это дело все качать. Но это мы сделаем после серии. Ребята, много всего у меня выросло на моей деревне. Прям кучу всего. Это все нужно дело, я думаю, поудалять. Потому что, блин, ну вот это надо будет перенести, я думаю. Как она пустая, если оттуда вылетает какой-то инопланетянин? Эй, инопронишленец. Вот, я надеюсь, что вы рады меня слышать. Я надеюсь, вы очень рады меня видеть. Вот, если честно, я не помню уже, что у меня за армии. Как я атаковал. Как игра... Блин, я не заходил уже, не знаю, я переиграл уже в Clash Royale, в Brawl Stars, я переиграл уже, сейчас скажу, в этот, Among Us, я уже не знаю, во что мне играть, ребята, и все, сердце мое меня тянет к Clash of Clans, я не знаю, почему это именно так. Так, давайте вспомним сейчас, что у меня вообще за тактика. Голем, Валькирии, Хогоуахо. Вот я честное слово вам говорю, я забыл тактику. Вот, не знаю, не буду я ворать. Так. Пробиваем проход. Пробиваем проход в центр. Выпускаем голема. Делаем зачисточку. Это моя любимая была тактика. Говахо, говало, вот это. Так, пробиваем проход бомберами. В центр запускаем короля и королеву, и запускаем валькирий. Далее работаем с баночками рейджа и с баночками хила. Если я не ошибаюсь, то у нас должно все с вами получиться. Вот честное слово, я уже не атаковал и не играл в эту игру, блин, я не знаю, ну полгода, наверное, а может и больше. Вот. И атаковать я тоже уже, как я вижу, разучился. Причем очень-очень сильно я разучился атаковать. Прям настолько сильно, что мне аж самому стыдно, что у меня сейчас такие атаки происходят. Не очень гладкие и не очень ровные. Вроде база слабенькая, хотя по дефу она почти фулл ТХ-9, хотя многие простройщики у него от 8 ТХ. Ну, не многие, но процентов 130, наверное, от 8 ТХ у него постройки. А, блин, здесь еще королева. Короче, не знаю, не знаю. Ну, хотя нет, у нас король еще, королевка там сбоку. Наверное, это трешечка. Так, давайте сейчас докидаем лучниц. Они сейчас... блин, я даже не знаю, ребят. Там еще две пушки осталось. Король, королева. Короче, это ГГ. Это ГГ. Сейчас еще большие бомбы взорвутся. И писец. Так, тем более у меня все герои уже прожаты. Да ладно, первая атака, и мы проиграли. Ну так как так? Ну не может такого быть. Ну бас, ну ты всегда тащил. Ну почему сейчас ты меня подводишь? Ну посмотрите, как мало осталось бойцов. Как мало, ну как мало нужно, чтобы взять 3 звезды. И мы возьмем эти гребаных 3 звезды. Я так переживал, если честно. Но, ребят, я думаю, можно похлопать мне, потому что я очень давно не играл, ребят. Прям реально давно, и сейчас мне надо вспоминать. Я даже не помню, что я брал в Клан Касл, что вообще это была за тактика. Вы видели, как я только что вспоминал. И... ты оцени, пожалуйста. Давайте потом уже оценим. Мне сейчас не до разговоров таких про оценочку. Потому что я сейчас сам вспоминаю все, что мне нужно. Что вообще нужно делать и как. Так, быстрая тренировка, топ-микс, шарики, гоу-вахо. Давайте еще сделаем гоу-вахо.
то как я буду атаковать Гоуахо, или у меня, если у меня 3 землетрясения, а мне нужно 4. У меня в клане пока что никого нет, поэтому вступайте в клан Нубас YouTube, сделал новый клан, где мы будем играть КВшечки. Сделал от нуля, пока что сделал клан открытый, так что заходите, вступайте, будем рубиться, тащиться и наслаждаться данной игрой. Так, что у меня здесь вообще в лаборатории? В лаборатории мне нужно много всего улучшать. Ну и землетрясений, и миньонов. Короче, дофига, до хрена, я бы сказал, даже всего нужно еще улучшить мне. Но больше всего мне хочется побыстрее улучшить, поставить. Я думаю, стоп, а королевка у меня 15 уровня. А где мой осетр 16-го? Мне надо королеву будет сейчас в конце серии поставить на прокачку, чтобы он был тоже 16 уровня. 16-го. А сколько, кстати, ёперный городовой, сколько? Королевка 50 тысяч на улучшение, а тебе нужно 40 поставить на улучшение. Так что попали мы в точку. Прям реально в точку мы попали. И поставим и короля, и королевку. Вот. Я, короче, выпущу этот ролик, и если он вам понравится, я увижу, что кто-то посмотрел его, поставил лайк, написал комментарий радостный, то тогда я буду снимать сразу частенько вам новые ролики, потому что раньше мы и стримы делали, и веселые всякие забавные ролики выпускали, так что я думаю, ребята, все зависит только от вас, от вашего актива, как вы предрасположены ко мне, поэтому если вы отреагируете на этот ролик хорошо, то, само собой, я буду выпускать новые ролики очень быстро. И тем самым мы с вами будем тащить всегда. Прям реально будем тащить всегда. Так, давай, раздайся побыстрее, и мы сразу же отправимся в бой. Так, давайте вообще сейчас я хоть что-нибудь здесь посмотрю, потому что я 100 лет в эту игру не играл. У меня она даже прогружается очень долго почему-то. Давайте еще раз куда-нибудь тыкнем. Так, это меч мой веселый, забавный. Здесь у меня что, подключено, не подключено, непонятно ничего. Вот, прогрузилось, и сегодняшние события. Игры кланов. Ага, бочка веселья. У меня есть такая бочка? Очередь. О, у меня есть бочка веселья. А что она? Это птица, самолет? Нет, это просто Гарри, Ларри, Терри и дюжина их друзей, летящих в бочке к ближайшему зданию. Нифига себе, Гарри, Ларри, Терри. Хрен выговоришь просто так. Неплохо здесь все делали. Блин, меня очень радует. Блин, мне всегда вообще нравилась эта игрушечка. Оу, это типа осень. Все такое золотое. Золотая осень. Оу, как я тащился раньше по этому водопаду. Я его обожал. Я его реально обожал, ребят. Вот. Так, что мы имеем? Короче, давайте потратим кристаллы. Ну, блин, ну сколько мы не играли в эту игру, можно, я думаю. Потому что все, один фиг мы деревья поудаляем, и, само собой, нам эти кристаллы вернутся. Так что мы ничего не теряем. Как у меня все долго грузит, 100 лет не заходил в игру. Так, эту деревушку я всегда рашерл, здесь особо делать нечего, поплыли обратно. Давай быстрее, ё-моё, грузи, ты чё? Обиделся, что я долго не играл. А как мы теперь проход в центр разрубим, если у нас нету еще одного землетрясения? А вот это уже интереснее намного стало. Как я буду пробивать проход в центр, если у меня нет четвертого землетрясения? Я же на сильную базу напасть не смогу. Это уже 100%. Это, блин, ну реально 100%. Блин, ну тогда будем искать слабенькую базу. И чисто это сделал мой ролик разговорным. И назову я его как-нибудь Нубас Возвращение на YouTube. Ну или что-то типа такого. Блин, я и 8-го ТХ, наверное, не разобью. Хотя фиг знает, нифига себе, у него статуэтка там. У него крутится в руках корона. Ни хрена себе. Здесь новые добавили статуэтки. Блин, я многого, короче, ребята, не знаю. И на самом деле это прикольно. Если я буду продолжать играть, если вы мне разрешите остаться на просторах Ютуба, то я думаю, мы многое с вами здесь сделаем. Короче, я все в кучу выкидываю. Чисто по фану, чисто по приколу. У меня уже колдуны все погибли. И тогда будет очень весело. Я думаю, мы с вами сработаем. Будет
куча разных роликов. Ну, вы знаете, на самом деле я умею хорошо снимать ролики. Когда, если аудитория говорит мне «снимай», я сам лично желаю, хочу сразу сниматься. Прям побольше снимать роликов, которые будут заходить. Все больше и больше. Так что, ребят, вся надежда на вас, что вам понравятся мои ролики, и мы будем заново с вами сотрудничать. Ну, в плане того, что вы будете ставить лайки, писать позитивные комментарии, а я буду снимать крутые ролики, где буду приглашать вас в клан, будем снимать видосы с подписчиками и многое другое. Короче, будет очень интересно. Ну что, ребят, вот такие вот у нас сегодня дебильные нубские, я же нубас, нубские атаки, как сказал бы я, только атакую так нубас. Обалдеть. Вот, так что давайте, ребята, пишите комментарии, ставь лайк и что еще, и оценивай Clash of Clans, играй вместе со мной, вступай в мой клан. До новых встреч, не прощаемся. Попка.